Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за кошками породы Рэгдолл. Спокойные и ласковые рэгдоллы – идеальные питомцы. Они умны, послушны, отлично уживаются с другими домашними животными и ладят с детьми. Представители породы обладают роскошной внешностью и рядом физиологических особенностей, которые обязательно нужно учитывать при их содержании. Как ухаживать за кошкой породы рэгдолл правильно? О чем необходимо позаботиться, чтобы питомец чувствовал себя комфортно в доме? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности содержания представителей породы рэгдолл. Главная особенность рэгдоллов, которую обязательно нужно учитывать при их содержании – мышечная расслабленность. Из-за нее представители породы не могут группироваться при падении и, соответственно, приземляться на лапы. Вместо этого они просто валятся на бок, что нередко приводит к травмам. Не позволяйте рэгдоллу забираться на высокие поверхности, его когтеточка или лежанка также должны быть невысокими. Кроме этого, представителей породы нельзя каким-либо образом провоцировать на прыжки. Рэгдоллы развиваются медленнее представителей других пород, окончательно формируются не только к 3-4 годам. Это необходимо учитывать при кормлении питомцев. Пока представители породы растут, кормить их нужно 4-5 раз в день. Взрослых же рэгдоллов обычно кормят 2-3 раза в день. Если говорить о натуральном корме, то для представителей породы особенно полезны яйца, отварная говядина и рыба. Рэгдоллы – обладатели шикарной шерсти, и при уходе за ними нельзя это не учитывать. Специалисты рекомендуют расчесывать представителей породы 1-2 раза в неделю с помощью специальной массажной щетки. Во время линьки – чаще. Купать же кошек этой породы, как правило, приходится редко. Рэгдоллы – очень чистоплотные животные. В целом рэгдоллы здоровые кошки, однако подвержены двумя недугам – дисплазии тазобедренных суставов и гипертрофической кардиомиопатии. Из-за этого представителей породы необходимо регулярно обследовать у ветеринарного врача на предмет этих заболеваний. Также важно внимательно следить за самочувствием и поведением питомца. У рэгдоллов повышенный болевой порог и врожденная деликатность, поэтому они часто могут скрывать свои недуги. Рэгдоллы обожают заботу и ласку со стороны людей. Находясь долгое время без человеческого общения, они могут впасть в настоящую депрессию. Внимание этим кошкам следует уделять ежедневно и в большом количестве. Чтобы раскрыть свои лучшие качества, каждому домашнему животному нужен свой правильный уход. Рэгдоллы не исключение. Соблюдайте перечисленные особенности содержания, если вы являетесь владельцем представителя породы рэгдолл. И пусть у вашего питомца всегда будет отличное настроение и хорошее самочувствие. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!